Пожалуйста. Здравствуйте, Лидия Константиновна, поздравляю вас. Спасибо. С новым праздником нашим, очень важным праздником семьи. Не нужно, я слезки накуда. Спасибо вам большое. Сегодня к семье Скрипальщиковых пришел необычный гость. Поздравления и подарки принимают от главы Красноярска Итхама Акбулатова. В этом году супруги празднуют бриллиантовую свадьбу. Их история любви длится уже 60 лет. За чашкой чая рассказывают о себе, двоих детях, троих внуках и двоих правнуках. Говорят, сами не заметили, как пролетели эти годы. Пример вашей совместной жизни, конечно, это образец семейного счастья, любви, отношения друг к другу. Листая страницы старых альбомов, невольно погружаются в воспоминания, как познакомились, учились и вставали на ноги в сложное послевоенное время. Свадьбу молодые сыграли в ноябре 55-го. Лидия Константиновна признается, предложение руки и сердца приняла, не раздумывая. Вот он начал за мной ухаживать. Ну, так как он мне и раньше нравился, когда я еще была. Это было без проблем. Такая вот. То вот так вот мы сразу и нашли общий язык. И он в августе демобилизовался. А 4 ноября мы уже с ним зарегистрировались, 55-го года. У меня, например, не было желания иметь другого мужа. Вот потому что, вот как я и раньше около него там вот росла, я его видела, что вот он такой деловой, он семейный, он все в дом. Супруги говорят, хоть они вместе больше, чем полвека, до сих пор живут душа в душу. И секрет семейного долголетия прост. Все время вместе, никакого секрета. Ну, надо друг друга понимать. Где-то что-то кому-то и уступать иногда. Совместно вырешать все вопросы. Ну и все, а перед самое главное, дети. Не задумывались вот об этом. Все само собой. Да. День семьи, любви и верности отмечают все больше красноярских пар. Каждый год только в столице края заключается около 10 тысяч браков. Скрипальщиковы говорят, главное, чтобы у молодых тоже получилось прожить такую же долгую и счастливую семейную жизнь. Ольга Тишенина, Алексей Гусев. Новости.